109 хп. Ну, девочки. Слушайте, может ударить меня или с рифлы шмальнуть? А где ты? Я рычалась. А кто такой, чё надо? Все. Коста. Чё? Чё надо? Это же я свирая панда, да? Он временный следящий. Я своя панда, временно следящий за мафией. Кто-кто временно следящий за мафией? Я своя панда. Пацаны, подождите. Главный? Не, просто следящий. А-а-а. Чё это вы на остров забежали? Ну не, он тупой. То, что ЖБ на меня залили на банды, он мне всё равно дал, типа, наказание. Пацаны, подождите меня сейчас быстро. Сколько? Несколько минут. Окей. Давай он подплывет, поехали. Поехали. Поехали-то, поехали, блядь. Все, я уже тут. Был бы Артем, тогда бы ждали. Но... но... они даже не приехали. Да. Не приехали, кстати. Я хотел прописать маска, прописал мак. Здесь вообще мистер Мора написал Артём. Понятно. Ладно, что место занимать? Тогда, тогда никого не будет, раз они. Да, еще есть время, еще 10 минут у них есть спокойно приехать. Говорю, у тебя есть мотивация играть сам? А? У тебя есть мотивация играть сам? 660. Сижу почему-то. Их что, всех? Их что, всех перестреляли или что? А. Я не виновен. Я говорю. У вас тоже тут ганы валяются. Расстрелять. А, так это я. Да. Это я в последнее время я не собираю их. Не в лилом. Кому? У меня 600 дигла, кому раздать? Ля, дай мне немного. Наверх поднимитесь, наверх поднимитесь. 60-70, не знаю. Я смотрю. Мне. Айдишники. 4-3-2. А прикол в том, что раньше говорили, что туда массот этот блатит Warlock MC. А сейчас говорят, что туда массот устрелили Warlock MC. Прикольно, да? Мне. 789 давай. Просто заби такое. Бывает. Ладно, я пошел часы отыгрывать. О, ЛКН, ля, ЛКН. Где? Листы. Может, как они в трюм, не? Раз, два, три плывут. Да не в трюм. Парочку в трюм, парочку в трюм, чтоб мало... Давайте, я... Опа, она вон, видишь? А, не три тела. Смотри, бля, дельфины. Они отсюда зайдут, они отсюда зайдут. Так что я буду вверх принять. Походу лестница, да. Есть что покушать, ребят, есть что покушать. Ну это, если что, кто-нибудь в трюм, чтоб, мало ли, они под лодкой проплывут. Ребят, есть что покушать. Лянь. Все, ребят, стреляем. Никто не видел мою игру. Ну, пошли вниз, мало ли, плывут. Стойте, принимайте там их. Так они уже на лестнице. Сколько у вас на КБ? Сколько у вас на КБ? 7. А вдруг кто-то в крысу захочет оплыть, подплыть нас?
и спину зайдут. А? А? Я, конечно, не против постреляться сверху, но тут обязательно должен чекать вниз. Смотрите, пацаны, 65 бизнов. Они ждут чего. А там кто-то вернул. О, речело. 5 бизов это вообще-то общий, типа, за П норм. Клейд, тачка. И один нахочка ты. Еще канадцы плывут. Серега, слышишь? Тот, кто снял. Я дом перекинул к себе. Себе. Я уже увидел. Только ты Мавин зачем заспавнил? Мавин, да, их много. Их 7 человек, по-моему. Смотрите, это дельфины плывут. Они вон то плывут, ребят. Вон то двое. Дельфины. Двое принимайте вверх, вы двое. Видели? Сейчас вы пойду. Видели? Давайте, мы с Артемом, мы, короче, 3 человека сверху будем Солянова принимать вверх, а все остальные идите вниз. Все, я иду в фунту, я иду в фунту. Фунту тоже мало пойду. Надо людей. Принимайте больше вверх, мы с Артемкой, надеюсь, примем. Я не так. Ой, сорян, зашли. Я в трёме. А, да. Я по своим. Артемка, смотри, чтоб никто не заплыл. Там ты девка знаешь... выбегает, девка выбегает. А, Артем побежал, что ли? А, не, Артем, нормально. Если что, здесь админ. Ай, финтату. Если что, здесь админ, пацаны. Ты что, идем все нормально. Да, вода. Айди. А какой админ? Ты его бонус, пацаны. Третий лут может забанить, так что не политичный. 30-й, все, я аэрбрейк. Ой, аэрбрейк спалил, да. Кто спалил аэрбрейк? Борис Великин. Слышите, кстати говоря... Я, короче, мне кажется, вниз никто не залезет. Но... Они вверх идти даже не хотят. А кто там подъезжает? Это я. Что? Они где тут? Кто это, ЛКН или ну, я? Ната, это ЛКН? У меня есть опра. Они на лестнице стоят. ЛКН на лестнице. Оля, она одна зашла, они на лестнице стояли, а она уже убежала. Вы пробили ее? Да, я ее пробил. Ну все, правильно. Это ЛКН, да? Или да, да, ЛКН, там мясо их. Ничего-то реально подготовили. Я левый бок, если... Паша? Анонимно, ну то знак касается. О, спасибо, Ричи. Ричи, передавай привет, ладно, от нас? Ричи. Чё, мы будем коты держать или нет, или отпустим? Надо этот полить. Я буду левую этот чекать. Еще право никто не чекает. Дай мне стричь. Уйдешь на право? А, не, все, проще. Где они, сука? Вот стоит какой-то Вильям. У них стрелок пришел на КП. Кто? Гаю линия Пелагай. Вряд ли. Так, кто-то на... Слышите, сейчас... Пацан хочет обходить, походу. Какой? Право, лево? Смотри, пали. Нет, он стоит. Стойте, не палитесь. Пусть чуть-чуть отойдет сюда. Сиф, ты с маской, блядь. Ты куда побежал? Тебя видят, нахуй. Без маски, точнее. Дай маску. Видите, маску надень. Дай маску. Подходи, давай, ёмбы. Ты где? Рядом я был. Серега, давай, Таша. Дайте, хочу постреляться. Что-то вообще прям пипец хочу постреляться. Клей, пали эту сторону. Да, сейчас. Там стоит уже, там ловушка уже стоит. Стоит, справа, да? Справа уже, пацаны справа уже подходят. Уйди, макака, блядь. На. Они чекают этот. Юна минус. Левую минус один. Хорош. Тащи. Боря!
Меня убили, меня убили, меня убили. Кстати, на тебя есть это ЖБ. Ты хил в бою юзал. Где я? Кого? А, на меня зависит ЖБ. Нет, на меня могут. Ну да, на тебя могут написать ЖБ. Ну, знаете, типа, пишет. Я сказал, типа, не надо. Да, там видно, что я... Это не хил бою, что ли? Это не хил бою, я тупо через стенку стоял, хилил сам, побежал ко мне и убил. Пацаны справа, вы живы? А чё, я видел, что ли, что он там стоит? Там они нас контролят справа. Влево смотрите. Просто нормально, бля, я хомуха, мы могли забить и убить, я двоих убил. Пока вы Клей, ты умер? Не один. Нет, я выжил. Я одного добил, короче. Ну, она сверху, снайпера нет. Вы вниз не отходите? Еще если отходите, то мне скажите, а то я один хожу. О, про. Может подпушить сейчас? За ЖБ за это. На мне кто-то челик через стенку дал мне пару тык. Они пушат, да, я смотрю жестко. Мне это рассинхра, пацан, не убей, тебя не бесит. Они пушат, готовьте. Отпушивают, что ли? Пацаны, они пушат хорошо так. А, меня убили, хуй. Я одного. А зачем вы? Давайте назад в этот дойдем, потому что мы здесь проиграем. Их очень много, если не заражу, то мы проиграем сразу. Ну, сейчас. Давайте вниз, ребят. Слышите? Пацаны, да, вниз идем. Давайте вниз, потому что если не заражу, то мы проиграем. Нас, по-моему, два раза меньше, чем их. Ну, вот тогда и посмотрим сейчас, сколько и нас. Там кто-то стреляется и... наверху, скажите, я просто один здесь будто. Я. Пацаны, спускайтесь вниз все, алло, вниз все спускайтесь. А, кстати, сейчас, подожди, я почти чувака убил. Артём. На тебя живой висит, кстати, ты видел? Какой? Бля, 19 хп, пацаны. Ну такой плюс-минус, как бы, ныкаться не стоит сразу, они ж нулевые. Типа, если прямо вообще сейчас задушит, я убегу. На канаков. Да, вот посмотрю левую это вот. Три, на меня висит же АИМ. АИМ. А вот этим звуков нет, слышишь, да? Тебя могут забанить. Так нет, так это не в том дело, я просто ножки скру. Так я тебе говорю, у тебя звук не записывается в этот момент. Тебя могут... Артём, блядь. Тебя могут бан выдать. За АИМ. Нет, нормально, там есть у меня звук, я просто ножки вырубил, когда я слышал из видеозаписи. А, да? А, тогда ладно, вообще просто. Смотри, не улети бан. Тут он такой жесткий. Артём, ну ты что по стандарту хочешь опять отлететь, да? Так нет, так у меня ж АИМ, ВХ, РВХ, ты что делать? Я отвечу. У него РВХ, блядь, Павел. Пацаны, только не умирайте, я, конечно, поддержу вас тут. Пацаны, я отвечаю, у них АИМ. Какое АИМ? Я только сейчас у него слил человека. Бля, я это вижу. Все, они Борис, не, назад, они встречают, готовы встречать. Борис, если ты умрешь, мы тебя себя уволим. Че, вниз идем? Да не, вниз рано, они ж... Откуда, суки-куки? Суки-куки, как... Не, нормально стрелы, он более-менее поедет. Ну, такое. Хуже меня. Она же моя девочка. Лол, только я не пойму, откуда их девятка мне тыки дает. Он, она... Слушайте, понятно, лестница, девятки... Вита. Да, лестница? Вита. Там один, чувак. Суки-куки, побежали, пацаны, кто тут? Бля, что-то... Артём, Вита, побежали, его убьем. Вита меня напрягает, бля, можно же бодрить, в принципе. Все, минус. Остальные суки-куки нормально. Суки.
две девятки на лестнице. Ну, сука. А, слили меня. Так отклонили жалобы. Отклонили? Посмотри сам там, типа, между пробивом, короче, все офигим. Раз не хватит. В подвал, пусти меня в подвал. Ладно, давай, погнали. Беги нет, на все нет. Парах, просто беги. Отклон не был. Бегите, просто мне... Сейчас отпишу, типа... Во имя всего я успел одеть бронежилет. А чё у нас так мало? Где все бойцы? Рашат! Я умер, я себе почувствовал мощным, когда они рашат начали. Продам энерго, продам... Два энерго, Маверик, кто-то... Пацаны, я умер.